Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Это шестой выпуск рубрики «Гениальные шашечные комбинации». Сегодня мы с вами рассмотрим две комбинации от чемпионов СССР по русским шашкам и одну комбинацию от чемпиона мира по стоклеточным шашкам. Первая комбинация от чемпиона СССР по русским шашкам гроссмейстера Вениамина Городецкого. Кстати, Вениамин Городецкий, кроме того, что он был классным игроком в шашки, он еще был и великолепным популяризатором шашечной игры. Я думаю, что многие из вас читали его книгу «Романтика шашек». В этой позиции белые начинают и выигрывают. Основная тема комбинации – это подрыв поля F8. Друзья, будьте внимательны. Здесь есть два хода. Один ход выигрывает, а второй ложный след. То есть будьте внимательны. Я, например, когда искал комбинацию, угодил в ложный след и должен был бы проиграть партию. То есть правильно комбинацию начинать ходом GF4. Теперь черным не остается ничего лучшего, как нападать, потому что грозил ход FE5. Тогда играем DC3, бой. И затем бьем на e5. Черные бьют на d2. Мы аккуратно бьем на поле d6. И затем бьем на поле c3. Черные прорываются в дамки. Но эта дамка тут же будет поймана. И она станет частью подударной цепи. И вот, наконец, мы подобрались к полю f8. Подорвали его. И белые красиво выигрывают. Такая красивая комбинация. А ложный след заключался в следующем. Кажется, что после DC3 черным надо играть FE5. Ну и снова белые проводят эту же комбинацию. Но на самом деле здесь выигрывает за черных ход FG5. Видите, не обязательно играть FE5. Это проигрывает. А вот ход FG5 дает уже черным ничью. То есть приходится бить на F4. Тогда черные играют GH6 и подрывает пункт F4. Ну и здесь уже, как ни странно, черные должны победить. Вот такая комбинация. Следующая комбинация, классика, возникает из дебюта кол, который очень любят играть как начинающие шашисты, так и опытнейшие мастера. CD4, B5, поставили кол ходом DC5. FG5, BC3, GH4, GF4, GF6. Ну, здесь можно и FG5 сыграть, и AB2, и CB4, и CD4, как угодно. Ну, белые играют CD4. Тогда играем FG5, не даем размена на G5. Лучше всего здесь уже меняться ходом CB6. И черные играют AB4. Надо уходить, другого нет. Ну, и здесь черные решили сыграть BA3. У белых есть три хода: AB2, FE5 и DC3. Ну, допустим, белые сыграли DC3. Тогда уже играем ED6, не даем FE5. И после хода CD4 начинаем окружать центр белых. HG7, AB2, FE7, BC3. Ну, здесь можно сыграть и GF6. Ну, черные предпочли сыграть CB6. Размен. Снова играем ED6, не даем FE5. Поэтому белые нападают DE5. Тогда надо закрываться DC7. И у белых есть отличный ход HG3, вынуждающий черных определиться. Правильно было играть BA7. Этот ход ведет к ничьей, мы его рассмотрим потом. А вот ход DC5 уже красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Впервые данную комбинацию провел чемпион СССР Василий Митков партии против шашиста Слезкина в 1909 году. Так что комбинация с длинной бородой. Белые начинают и выигрывают неожиданным ходом EF6. Двухвариантная комбинация. Черные могут побить назад и вперед. Если черные бьют вперед, тогда бой-бой. Ну и просто играем EF4 и прорываемся в дамки с легким выигрышем. Если черные после EF6 бьют назад,
Тогда уже отдаем ЕД4, затем СБ4. Видите, построили под ударную цепь. То есть у черных есть решетчатость. Видите, между шашками расположены открытые поля. Кроме того, ослаблены три дамочных поля. Ну, благодаря этим обстоятельствам белые проводят красивую комбинацию. Ну, теперь рассмотрим, как правильно надо было играть после хода HG3. После HG3 надо было сыграть B7. Но здесь белые проводят другую комбинацию. Правда, отдают уже гораздо больше шашек. То есть ЕД4 надо отдавать, затем CB4, и белые прорываются в дамки. Но у белых здесь на две шашки меньше. И благодаря этому обстоятельству черные заканчивают партию ничьей. HG5 надо нападать, другого нет. B на E5 черные отходят. Ну, здесь партия может закончиться следующим образом. Допустим, ушли на D4, GF4, ушли на A1 дамкой, FG3. Отошли FE3, напали GF2, ну, допустим, ушли на H8. Черные побили на D4, мы на C3, HG5. Белые нападают. Допустим, отдали шашку, еще одну и поставили дамку. Здесь, допустим, белые отдают еще одну шашку и занимают большую дорогу с ничьей. Следующая комбинация возникла в партии Куперман-Равикович. Исер Куперман также был чемпионом СССР по стоклеточным шашкам. Кстати, и чемпионом мира тоже по стоклеточным шашкам. В партии белые провели очень красивую и сложную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Я, честно говоря, комбинацию вот эту не нашел. Первый ход тихий. Белые играют dc5. Грозят сыграть cb6. Поэтому черным приходится играть b7. Тогда играем cd4. У черных есть два варианта боя. Побить e на c3 и a на c3. Давайте рассмотрим оба. Если черные бьют e на c3, тогда бьем на d4. Черные бьют две шашки. Ну и здесь белые играют gf4. Видите, грозят прорваться в дамки. Поэтому приходится бить на поле e3. Тогда делаем присоску, так называемую, или контрудар. hg5. Ну и здесь как бы черные не били, но логичнее побить на h4. Тогда играем ef2, бой, и белые красиво выигрывают. То есть бьем, сперва попадает шашка в дамки, и затем завершает свой удар уже как дамка. Снимаем 5 шашек соперника и празднуем победу. Так, рассмотрели первый вариант. Если в этой позиции черные бьют а на c3, более логичный бой, тогда уже играем ef2, черные бьют. Затем играем gf4. Ну, в эту сторону, видите, бить бесполезно. Белые прорвутся в дамки, ну и будут постоянно угрожать либо hg5 сыграть, либо напасть дамкой с поля a5. Здесь у белых проблем с выигрышем нет. После хода gf4 черным приходится бить на поле e1. Тогда играем gf2. Черные бьют на e5. И затем играем b3. Черные бьют дамкой на поле g3. И здесь нам надо совершить вот такой замысловатый удар. То есть сперва бьем, так, сперва бьем на поле d6, прорываемся в дамки. Затем бьем по кругу, перескакиваем дважды через поле f4, это можно. И затем прорываемся на поле d8. Показываю медленно. То есть бьем дамку сперва, затем шашку e5, прорываемся в дамки. И затем уже завершаем свой удар как дамка. Вот таким образом. Шашку f6 бить нельзя, потому что шашки снимаются с доски только после завершения удара. Через одну шашку дважды нельзя перепрыгивать во время нанесения удара, а через одно и то же поле можно. Вот такая красивая комбинация. Следующая комбинация возникла в партии Буланов-Матасов. Она была сыграна в 1940 году. Очень красивая комбинация. GH4, любимый ход начинающих шашистов. И черные играют FE5. И здесь белые... Ну, можно было сыграть ED4,
То есть дебют жертва Шошина Харьянова. Но белые решили разменяться. Е4. Такой не очень хороший размен, но тем не менее так играть можно. Черные играют GF6 и белые играют DE3. Но здесь лучше всего сыграть FE5. То есть, видите, меняться уже заберут плохо, приходится закрываться. Тогда играем ED4. Ну, в эту сторону за белых бить неинтересно, потому что после HG5 как бы белые не побили, либо H на F4, то есть тут большое преимущество у черных, либо сразу же побьют на H6. Здесь у черных также огромное преимущество, и партия будет только, что называется, на два результата. Либо белые защитят эту позицию, либо черные выиграют. Поэтому бить логичнее на C5. А здесь уже черным надо бить аккуратно. Лучше всего побить на поле D2. Ну и после боя на поле E3 черных здесь также преимущество. А вот в эту сторону уже бить хуже, потому что здесь уже идет перехват со стороны белых, и у белых есть достаточная контр-игра. То есть черные должны играть HG5, тогда бьем именно на F6. Ну и после боя скромно играем EF6. Ну, видите, если черные, допустим, нападают FG7. А, ну, нападения FG7 вообще нет. То есть, ну, допустим, не знаю, как-нибудь AB6. То есть, рано или поздно черные нападут с поля G7, а белые нападут с поля D2. Ну, и у черных здесь будут проблемы с шашкой H8. Преимущество здесь уже у белых. А в партии был сделан ход FE5. Ну, не сильнейший ход, но так тоже можно играть, чтобы запутать своего соперника. Ну, в партии белые ошиблись. ED2. Этот ход слабый, так как ослабляется дамочное поле. Кроме того, сдвигается так называемая золотая шашка, ну или как еще я называю, царская шашка. То есть она очень важная. Черные играют AB6, отличная реплика. И заодно ставят ловушку, в которую белые угодили. CD4. Здесь черные могут провести разгромную комбинацию, которая называется круг почета или чертово колесо. Ну, смотря кто ее как называет. То есть белые, они здесь проигрывают, для них это чертово колесо. А черные здесь выигрывают, поэтому для них это круг почета. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные отдают одну шашку HG5, затем еще одну FG7 и играют FE5. После размена затем отдаем еще одну шашку. У белых уже две дамки. Сумасшедшая позиция для начинающих. Кажется, что игра уже сделана, но она только начинается. То есть отдаем еще одну шашку, загоняем дамку у черных на B4, затем отдаем еще одну шашку EF4, и затем играем скромно B5. Белые бьют, и видите, за счет ослабленности дамочного поля E1 белые совершают красивый удар по кругу. То есть вот таким образом бьем. Называется круг почета или чертово колесо. То есть черные попадают в дамки и одним ходом завершают свой удар уже как дамка. Очень красивая комбинация. Если вам понравилось данное видео, то поддержите мой канал Лукасом и подпиской. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья, и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.